В середине июля видновская художница Анна Мезина представила в районном историко-культурном центре свои работы, относящиеся к категории 18+. А 1 августа она обновила экспозицию, выставив на ней свои работы, которыми могут полюбоваться все без исключения. Люди, которые уже приходили на эту выставку, сказали, что нельзя лишать детей все-таки тоже возможности посетить и посмотреть мои картины. Поэтому было принято решение сделать вторую экспозицию. На ее открытие Анна пригласила молодежь, которая интересуется творчеством. Гости могли задать свои вопросы художнице. Среди них было много ребят из территориального молодежного совета «Старый город». Неудивительно, что их очень интересовали картины с изображением родных мест. Был написан мой пейзаж на реке Вица. Также чуть позже был написан Сухановский парк наш. И сейчас в работе находится еще один пейзаж из Старого города. Вопросы звучали самые разные. О том, как все начиналось, о вдохновении и техниках, о творческих планах и любимых жанрах. Вот у вас очень много фэнтези-картин. Откуда вы берете идеи для создания таких картин? Большинство картин, написанных в стиле фэнтези, мне снятся. После того, как ребята задали свои вопросы и посмотрели небольшой фильм о художнице и ее творчестве, Анна пригласила гостей на осмотр новой экспозиции. На выставке много пейзажей. Видновский художник Анна Мезина любит путешествовать. Впрочем, родные места тут тоже легко узнаваемы. Михаил Трейстер пришел на встречу с ручной лисой Эмми, которую многие видели в контактном зоопарке в Центральном парке. Михаил уже давно дружит с Анной, тем не менее не упустил случая задать свои вопросы художнице. Мне кажется, что лишняя загадочность, она как-то портит людей. Особенно в 21 веке. Все пытаются быть какими-то индивидуальными, загадочными. Нет, нужно быть каким-то чуть более открытым для общения, как вот Анна Мезина. Мне это очень привлекает в ней, так сказать. Вот это ее открытость, общительность. Под конец встречи гостей ждал приятный сюрприз. Анна Мезина подарила несколько картин присутствующим. Мне очень нравится эта картина. Как она нарисована, и мне очень нравится техника рисования письма маслом. Встреча понравилась как самой художнице, так и гостям. Мне понравилось, как абсолютно все ребята, они вообще подготовились, мне кажется, что мне было интересно, чтобы они вот именно задали вопросы те, которые сейчас интересуют молодежь. Это вот в этом был именно интерес, и мне был интерес, чтобы ребята максимально как бы приняли в этом участие. И они это сделали, и я им за это очень благодарна. Очень приятно, что в нашем городе присутствуют такие замечательные люди, которые, ничего не требуя взамен, пишут, представляют, показывают молодежи. Анна Мезина уверена, рисовать может каждый. Для этого лишь необходимы желание, усидчивость и время. И все обязательно получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.